Всем привет, с вами Лорд КДА. Продолжаем кампанию. Так, выбрать миссию. Да, между молотом и наковальней. Ну да, элдаров у нас тут немного. Злоба помидорки. Ты посмотри, теперь они белые. Ищи Тальдира, что случилось? Вы плохо выглядите? Это пока всего лишь слабость. Бессмертные враги все ближе. Их незримое присутствие лишает меня сил. Значит, они не смогут застать нас врасплох. Нам удалось сохранить перекресток путей и камень душ. Это хорошо. Без камня мы не сможем отразить нападение. Но нам еще многое предстоит сделать. Мы не можем совершить еще один прыжок, не привлекая внимания орков. Их вождь владеет какой-то странной технологией. Пошлите наших рейнджеров, чтобы они разобрались с вождем, пока орки сами не напали на нас. Тут они вдруг белые стали. Мы приближаемся к цели. Мы должны разобраться с вождем орков. Его армия растет с ужасающей скоростью, так что вам необходимо совершить молниеносное нападение и уничтожить его, пока орки нас не обнаружили. Странники вернулись. А вы что, офигели? Не можете включить маскировку? Мы выполним свой долг. Дозорные готовы. Будет исполнено. Так, 12-16. Вам нужна наша помощь? Да, дозорные нам тут будут более полезны. Лишь война может дать то, цель захвачена. Вы даже не представляете, что мы можем делать. Я готов творить. Вы даже не представляете, что мы делаем. Мы вернулись, чтобы защитить мир. Я готов творить. Покажите мне место, где вам нужна наша помощь. Мир. Мы знавали и более темные тропы. Назовите цель. Так, вот он. Быстро и бесшумно. Орки могут найти нас через 2 минуты. Ну, 3, считай. Мы знавали и более темные тропы. Ну, в общем, неважно, через сколько они могут нас найти. Хочешь предсказать следующий шаг от нас? Судьба управляет. Мы генератор не можете поставить. Наши тропы известны только нам. Начнем охоту. Вы нас вызывали? Быстро и быстро. Орки обнаружили нас. Их оказалось намного больше, чем мы могли предположить. Но это не самое плохое. Они передвигаются, используя заброшенные катакомбы. Торопитесь. Вы должны переместить нашу базу. Назовите цель. Скажите скульптору, что он должен выставить звездные врата там, куда мы планируем переместить свою базу. Это основа, вокруг которой строится мир. Мы выполним свой долг. Ну давай, прыгай. Черт бы тебя подрал. Покажите мне место, где нужно изменить мир. Отступаем. Перезаряжайте. Так, строй.
Брайан, перезаряжайте так. Мы могли бы скрыться с помощью врат, но у нас нет времени. Остается полагаться лишь на наш дар и бандиты. Надеюсь, это должно быть моей помощи. Мы подогнем противника. Будущее оказалось таким простым. Так, я смотрю, они уже начали ломать стенку. Ваше право вести нас не подлежит сомнению. Судьба управляет нами, пока мы управляем судьбой. Так, разделим это видео, значит, на следующие эпизоды. Мы... Мы подогнем противника. Так. Сразу. Сразу поставим, чтобы, ну, как только, так сразу сюда передислоцироваться. Так. Ваше появление. Давай, 100, мне нужно 100. Так. Я надеюсь, они сейчас не попрут. Так. Сколько ж народу-то тут их? Так, надо не это, не пропустить момент. Так.
Прирост у нас низкий, увы. Ну давайте. На всякий пожарный сделаем. Да, 9, 8, 7. Обычно их больше на эту гребаную стенку влезло. Но, однако... Мы выполним свой долг. Так. Дозорные готовы. Дружно! О, черт, они сломали все-таки эту стенку. Сейчас они ломанутся сюда. Знаю, ты нуждаешься в моей помощи. Так, ну тогда мы сюда бубухнем. Все, уходим. Громахнули, уходим. Да что ж ты... Сказал же, уходим. Ну все. Элдары спалились. С чем я их, собственно, и поздравляю. Бум, убит. Клубок тайн постепенно распутывается. Многие пожертвовали своими жизнями для того, чтобы мы смогли спастись. Но мы очень ослаблены. Теперь имперцы знают, что мы здесь. У нас есть только один выход. Приветствую вас, генерал Стурн. Я видящая Тальдира, и мне нужна ваша помощь. Эльдары, я знал, что здесь есть еще кто-то, кроме орков и космодесанта Хаоса. Что ж, если вы знаете мое имя, то вы, наверное, понимаете, о чем я хочу вас спросить. Конечно. Почему вы должны нам помогать? Я отвечу. Сегодня мы по одну сторону баррикад. Мы спасли вас от врат демонов и орочей артиллерии. А если мы погибнем, вы никогда не узнаете, какая ужасная опасность по-настоящему грозит всем нам. Снова загадки? Хорошо, давайте поговорим наедине. Подождите немного. Я не понимаю, почему тут такой ракурс был? Я все равно не... Так, ну в общем, ребята, давайте. Как всегда, привычней нам за гвардию. Так. Если такова воля императора. Да, вот тут я могу отметить то, что тут единственный уровень, где я реально использовал мины. Потому что больше я не знаю, где тут можно еще использовать. Так, штаб механизированных войск есть, это хорошо. Так, и нам нужен мины. Ставим мины, обязательно. Так, Стурн. Так. Часовой здесь, часовой там. Прогреваем двигатели, командир. Так. Мы гордимся вашим доверием. Касаркиных обязательно нам надо, чтобы они уцелели. Так. Потому что Касаркин тут самые... На нас, значит, мы должны отбить атаку орков. Защитить их любой ценой, пока мы не сможем передислоцировать базу эльдаров под защиту наших укреплений. Так, ну под подкрепление, конечно, недалеко, но... Так, чуваки, вперед!
Так, и нам нужен Василиск. Обязательно Василиск. Так, сколько? О, это 5 минут мы будем ждать, пока они передислоцируются. Это не здорово. Я счастлив, что вам понадобились мои услуги. Как угодно, будет сделано. Так. Так, одни мины установлены, отлично. Так, нам нужно строить еще. О, подождите. Так, ну, это построили, я вижу. Так. Василис нам очень нужен. Как угодно, будет сделано. Так, отлично, еще один. Начинаю строительство. Так. Ах ты. Ладно. Так. Ну, в общем, пока не будем особо. И так потратились немало. Странно, что Элдары не упрут. Будут так сидеть в этой дыре. Именем императора будет сделано. Я счастлив, что вам понадобились мои услуги. Так. Тяжелый болтер. Так, нам нужны мины. Мины. Начинаю строительство. Так, 75. Увеличить количество. Чувство прироста влияния нам надо. Это очень важно. Ну давай, давай, давай. Мы должны сохранить как можно больше техники. Чтобы она нам помогла в случае чего. Так. Так, закончили. Молодцы. Так, 55 нам. Опять 50 надо. Блин, как же вот эта вот нехватка в ресурсах добивает. Чё тут? А-а-а. Брак по расчету. Ну да. Ну, бывает такое. Знаем. Так, мы должны еще поставить. А, не понял. С моими способностями я легко справлюсь. Вы издеваетесь? Я чё, не здесь? А, тут типа мост, на мосту типа нельзя. Чё, сдурели что ли? Так. Сделали, молодцы, уходите. Конечно. Так, я смотрю, Элдар уже это занимается передислокацией. Отлично. Мы тоже тогда уводим сначала к Касаркинах. Только вера чего-то стоит. Сначала мы должны увести к Касаркинах. Так. Теперь гвардию часовую. Ожидаю дальнейших приказов. Должны отбивать их атаки до тех пор, пока они прибудут под подкрепление или погибнут. Служба мой долг.
Давайте, уходите, уходите. Во славу империи. Так, мы недоукрепились. Это не здорово. Как угодно. Ну, хотя бы есть мины, это хорошо. Черт. Ладно. Прогреваем двигатель, командир. Не стой здесь. Вот тут вот стоим. Ясно. Только перенесите огонь артиллерии от наших баков. Лежите, проклятые техношип. Блин. Где нужна его воля? Я вернулся. Солдаты, слушайте мою команду. Так, отлично. Так, ну вот отсюда орки не будут прыгать, а отсюда будут. Так. Не, ребят, вы оборзели. Ну-ка, Стурн. Лупани-ка по ним. Вот так-то лучше. Так. Блин, такое ощущение, что... Вот не знаю почему, но... Они не хотят ремонтировать все вместе почему-то. Ёб твою! Молодец вообще. Да... Что нам... А, так ремонт нам еще и это. В монетку обходится. Хорошо. Нам держаться 10 минут в целом. Так. Так, от мин осталось всего ничего. Конечно, к сожалению, мы больше не сможем сделать. О, приперлись. Ну, отбивайтесь, что я могу вам сказать. Так. Сколько у нас тут? 75. Так, нет, иди в жопу. Так, ясно. Вот черт, уже приперлись. Блин, это не круто. Никто не уйдет. Увидимся на указанном объекте. Как угодно. Сделано. Как угодно. Сделано. Я должен торопиться. Прогревая двигатель, командир. Ну давайте, сломайте же вы его, ё-моё. Как угодно, будет сделано. Прогреваем двигатель, командир. Так что от часовых тут тоже есть польза. Так. И это все, что они могут? Отлично. Еще один штаб. Надо поставить. Блин, а что, некуда? А, да это внизу.
О, черт! Это нам важно. Для нас это было важно. Я вернулся. Солдаты, слушайте мою команду. Нехорошо так получилось, то, что у нас орков всех мы выбили. Где нужна его воля? Ну ладно. Так, полномасштабная война. Увы, она нам тут ничем не поможет. Я справлюсь за пару секунд. Вам нужна артиллерия? Счастлив, о, отлично, понимать. Отлично. Это выживает. Дайте нам секунду на подготовку. Это замечательно. Где он второй так? Вот он. Будет сделано. Длань императора укажет нам путь. Дайте нам секунду на подготовку. Да хоть 200. Итак, 2 минуты нам стоять, держаться. Да, энергии что-то маловато у нас. А Элдары, конечно, быстро сложились, молодцы. У нас есть раненые. Где же эти проклятые техношипы? Лань императора укажет нам. Готов к бою. Вычисляю траекторию. Да, я, наверное, зря, конечно, сейсмическим снарядом пальнул. Так, ну-ка, стой. Заправлены и готовы к бою. Вот сейчас будет самое веселое, конечно. Сейчас будет скоро... Ну, сейчас увидите, кто. Именем императора ранец сделан. Ящерко. Ящерко не очень здорово. Так. Не знаю, успею я накопить бабло на полномасштабную войну, чтобы сделать хотя бы один для Монрус. Но было бы неплохо. Я уйму боль машины. Че, все что ли, починил? С моими способностями я давно хотел служить под вашим. Прогреваем двигатель, командир. Мы выступаем, как только подведут горючее. Черт, блин. Все, мы остались без часовых. А вот и ящерка, собственно. Но сейчас будет у нас гибельный клинок. Я надеюсь, мы успеем развернуться. Так, давай полномасштабную.
Урода. Отлично. Так. Мы оправдаем ваше доверие, сэр. Ну, небольшое так это подкрепление, но... Давай, гибельник. Том сказал сесть. Так, а где эти проклятые техножрецы реально? Вы одурели, что ли, ребята? Вы какого фига с ними в рукопашку? Давай. Черт. Победа будет нашей. Победа будет нашей. Они научатся меня бояться. Сомнения все смертных. Давай, ебаник, стой. Так вот, ловите подачу, сволочи. Дайте нам секунду на подготовку. Мы готовы сделать все, что угодно. Гибельник будет стоять. И его не сломают. Ну, по крайней мере. Да, я вот так заметил, походу это какая-то старая модель гибельника. Или я не знаю. Или его обновили. Он немного не так сейчас выглядит в настолке. И не такой прожектор у него. Не, мастодонт. Хотя у мастодонта прочности побольше будет. О, мы же можем полномасштабную делать войну. Которая так нам необходима. Да, сценарий не особо долгий, но такой муторный. И вот меня все время добивало, без мин, которые мы тут ставили, мы бы не обошлись бы. Так, продолжают ломать нам тут все. Но мастодон сейчас уничтожен будет, и нам уже это... И нам уже все равно будет. Потому что гибельник этим отродьям на упертых лемонах руссов никогда не разбить. Я не знаю, наверное, может, зря я, конечно, это делаю. С одной стороны. Не, Касаркин, ну-ка назад. Мы образцово выполним задание. Гибельник справится. Мы готовы сделать все, что угодно. Мы образцово выполним задание. Ну, собственно, мы и прошли. Благодарю вас за помощь. Вы всегда пытаетесь использовать нас в своих целях. Декад 7, Тартарус, теперь Лорн 5. Что на этот раз? Возможно. Но имейте в виду, что на этот раз я говорю вам правду. Я просто не имею права ее скрывать.
Я верю только императору. Он единственная и абсолютная правда. По сравнению с его словами, все остальное — невнятное бормотание. Ну хорошо. Посланцы смерти уже на пороге этого мира. И они появятся там, где покоится ваш примитивный титан, чтобы не дать вам завладеть им. Это не Крон. Существа, которые хотят уничтожить все формы жизни в этом секторе. Некроны? Я где-то уже слышал это название. Последний раз они пробуждались очень давно, чтобы поголовно уничтожить всех жителей всех галактик. Наш народ был на грани исчезновения. Однако на этот раз у нас есть оружие. С помощью нашего камня душ их можно победить. Но поговорим об этом позже. Орки и падшие наступают. Позвольте нам довершить начатое. Ну и вот так вот мирно разошлись. Ой, ну ладно, спасибо, что смотрели.